А еще детская песенка есть. Сейчас, а сейчас пойдем, потому что новая, не слышал. У меня тут должна сейчас готовиться к изданию книги «Городницкий дети». Там есть разные, разные стишки и песенки, есть такая песня. Вы ее не слышали? Понять не можно. Морская девочка с именем Наяда, ничего не сделаешь, вечно плавать надо, и зимой, и летом со своей семьей, а меня поэтому хвостик чешуей, а меня поэтому хвостик чешуей. Мне поставили задачу, чтобы там было имя Анечка, чтобы там было про рыбачку Соню, поскольку из Одессы пришла заявка, я был вынужден подчиниться. Любого выручу, если кто-то тонет. Анечка и Ирочка, и рыбачка Соня. Милые родители маленьких детей, в гости приходите вы, только без сетей. В гости приходите вы, только без сетей. Я морская девочка с именем Наяда, со мною неучи, пообщаться надо. Пусть припомнит неучи, скукоте земной, маленькую девочку, хвостик за спиной, маленькую девочку, хвостик за спиной. Вот прозвучит специалист по детским песням. Известный вам Григорий Гладков. С дочерью. С дочерью причем. Но она, правда, немножко в большем возрасте, но все равно. Спасибо.